Всем привет, меня зовут Юлия Довольская, это мой новый котеночек. Такой вот милаш. Я снимаю это видео ночью, хотя завтра 1 сентября, но я вместо того, чтобы готовиться, снимаю для вас видео. Но вы это видео смотрите уже в начале учебного года, поэтому я хочу поздравить вас с этим, хотя с этим нельзя, конечно, поздравить. Ну да ладно, я хочу пожелать вам вдохновения и побольше сил. И мне тоже нужно побольше вдохновения и сил, чтобы закончить этот учебный год, потому что он у меня последний, он у меня самый трудный. И давайте я начну с косметики, потому что в этом месяце я только покупала продукцию для ухода за волосами, а потом я вам покажу, что я купила в Харькове. Это целая серия ухода за волосами. Фирма Напура, она состоит из шампуня, маски и двух таких средств. И сейчас я подробнее о них расскажу. У меня осветленные волосы, поэтому они требуют дополнительного ухода. И я всегда пробую разные маски для волос, как домашние, так и покупные. И я всегда в поиске идеального ухода для себя. Поэтому в этот раз я открыла для себя Напуру. К 10 я наношу на сухие волосы перед мытьем головы и сушу феном. После чего вы идете, моете голову, как обычно, шампунем. Я выбрала S9. А потом наносите маску C9. И для лучшего результата я с ней хожу 20 минут. Иногда надеваю специальную шапочку и еще сушу феном. После нее волосы восстанавливаются и есть некий такой легкий эффект ламинирования. Они такие гладкие, блестящие. После маски вы наносите Q10, можно нанести на одни кончики и после этого уложить волосы феном или другим удобным для вас путем. Напура недавно только вышла в Украине, в магазинах я ее не видела, поэтому я заказала в интернете. Для тех, кто живет в Украине, я вам оставлю ссылку, где можно заказать. И возможно вы знаете, что я была в Харькове, об этом был мой предыдущий влог. Я там купила много вещей к школе, но хочу вам показать несколько, потому что это обычные школьные вещи, они не так уж интересны. Я надеюсь, эта лампа не мешает изображению видео. Я решила как-то разнообразить. Ну, в общем, давайте начнем. Я купила такие босоножки. Они очень удобные на небольшом каблучке. В нежных тонах. И мне они очень нравятся. Мне нравится, как они смотрятся на ноге. Они очень милые в таком винтажном стиле. И в конце этого видео будет giveaway, конкурс. И знаете, что я подумала? Давайте в конце каждого моего видео-хол будет giveaway. По-моему, отличная идея. Результаты конкурса я буду объявлять в своем интернет-магазине. Дальше я купила обычные черные джинсы для школы в Кира Пластинина. Они, наверное, даже немножко темно-серые. И здесь сверху такие черные кожаные вставки. Я каждый год покупаю черные джинсы в школу, потому что нам в брюках не обязательно ходить, а в джинсах очень удобно и почему бы и нет. В Виндертопе я купила себе такой цветной рюкзак лаковый с таким бежевым большим карманом. Он такой весенний-летний, но первое время я буду с ним ходить. В середине он тоже удобный такой для школы. Здесь несколько отсеков, кармашков. На сайте Ромби я увидела такой классный топ с ананасами. Я не могла выбрать цвет, который мне больше нравится, поэтому я не сдержалась и взяла все цвета. Жаль только то, что лето уже закончилось, но в следующем году я буду их обязательно носить. Особенно под высокие шорты, мне очень нравится. В Айсвэк я взяла себе две толстовки, вот такой вот, очень популярную, хотя все толстовки в Айсвэк популярны. Она такая яркая, классная, мне она безумно нравится, поэтому для своего интернет-магазина я взяла вот такую похожую. И я заказала себе такую толстовку, мне она очень тоже нравится, я даже не знаю, какая мне больше нравится, та или эта. Они обе очень крутые, и ссылку на их сайт я вам оставлю в описании. Дальше хочу вам показать комбинезон с слониками. Я в нем фотографировалась, поэтому сейчас покажу несколько снимков, как он на мне сидит. И ссылочки на все-все вещи я вам оставлю в описании. Дальше такой офигенный топ с SheinSide. Он такой очень простой. Ничего лишнего, но в то же время он какой-то, я не знаю, идеальный. Он мне очень нравится.
с SheinSight, это мой второй заказ. Качество их вещей мне очень нравится. И вторая вещь, это такое пальто. Не знаю, как его показать, потому что оно такое объемное. Ну, в принципе, вот, если вам видно. Да, это мое первое пальто. Дальше мне пришел офигенный свитшот. Вот. Это такая крутая баба с синими волосами, с пирсингами, в общем, классный. Да, и впереди, и сзади. Фу. Дальше заказала очень популярное платье, наверняка вы его уже где-то видели. Вот такое вот. Но я его выставила в свой интернет-магазин, потому что оно короткое и вверху открытое. Ну, конечно, у каждой девушки должно быть маленькое черное платье, поэтому, может, кому-то оно очень понравится. Дальше я купила себе такой костюм, хотя это громко сказано, это футболка и брюки. Такая вот футболочка, очень такая милая, здесь прозрачная, и здесь такой бантик. Брюки обычные, красные, укороченные. Они очень простые, но образ в целом выглядит очень интересно. Вчера мне наконец-то пришла джинсовка. Как же я давно хотела себе джинсовку. Обычная джинсовка, ничего особенного, но она очень такая удобная. Я в ней себя очень комфортно чувствую, и этим она мне очень нравится. С вещей это все. Еще я взяла себе одну очень классную вещь. И это... Я заказала две пачки, знаете, я не думала, что они реально так хорошо рисуют. Мелки для волос. Волосы и просто вот так мелками поделать, и они такой насыщенный цвет дают. Какой в упаковке, такой получается на волосах. У меня 24 цвета, и я их тоже выставлю в свой магазин. И здесь есть белый цвет, и прикиньте, на моих светлых волосах белый цвет тоже рисует и становится таким прям белым-белым. Это и все покупки, а теперь давайте перейдем к конкурсу. Будет три победителя. Первый сможет выбрать себе один из этих трех свитшотов. Второй победитель сможет выбрать себе один из многочисленных рюкзаков. А третий победитель сможет выбрать себе кепку из большого альбома. А теперь условия. Вам нужно поставить пальчик вверх к этому видео и подписаться на мой канал. Подписаться на магазин, ссылку я вам тоже оставлю в описании, там будет написано подписаться на этот магазин. И добавить друзья меня, Максима Чурсина и Ксению Черкашину. Это админ этой группы. Вот и все, это и все условия. А также не забудьте написать в комментарии, что вы участвуете, и среди этих победителей я выберу случайно среди этих комментариев. Ну вот и все, всем спасибо за просмотр, участвуйте в конкурсе, выигрывайте, всем удачи, всем пока!